Смотрите, мы являемся членом военного блока, враждебного по отношению к странам, членам блока НАТО, и военного, и экономического. ОДКБ — это военный блок, основным противником которого является НАТО. Теперь мы хотим от страны-лидера НАТО гарантий, взамен чего? То есть, значит, мы являемся врагами для Германии, Франции, Соединенных Штатов, Греции, можно еще долго их причислять. По сути, помимо Турции, мы не должны были быть врагами с остальными. Да и то, Турция враждебно настроена против нас. Но значит, мы находимся в блоке с враждебной позицией, потом ждем от врагов поддержки. И я должен сказать, что мы являемся врагами не только в заявлениях, мы также ими являемся на деле, нашими голосованиями, нашим участием и так далее. В конце концов, неблагодарной реакцией нашего народа.